Отдыхаешь, типа? А? Типа отдыхаешь? Кто это там? Пацан. Кончик кончик. Ich krieg da eine Ansage, ja. Naja, beschützt sie dann immer. Der Gunze weiß ja nicht, wohin.
Gut zu gucken, heute ist irgendwie heute ein bisschen ein paar Leute aktiver als du, ja? Ah nee, jetzt los. Ganz so. Naja, der spielt doch nur. Lass. Ja? Schuppen sie dich einfach um, ja? Ganz so. Ja, aber ich bin ein junger Kerl, da ist ein Weib. Ist sie auch blau? Du hast Bescheid, wo bist du? Du hast aber jetzt Bescheid. Das ist nicht rein. Nein. Einmal als jetzt. Hierher jetzt. Am besten, glaube ich. Ich glaube, du gehst am besten, dass sie sich ausruhen. Nicht, dass sie da. Ja, sie sind voll den Kopf drin hier rein. Wir wollen ihn noch kommen. Wir wollen ihn noch zurück. Mosch, alles gut. Mosch, 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 Ну все, моя девочка, ну все. Все хорошо. Какие синдовые юные гонды я. Его фишки. Готово. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we still have fun for now.
выпрыгивай. Вон там будет дача, где, возможно, будем находиться во время того, как будут расти щенки. Ай, Пикалю, мой джади! Ай, Зузи! Зузи, мой джади! Зузи! Пикалю свалит. Пику, ты что там делаешь? Ты что там делаешь? А? Ты в Беллу влюбился, да? Да ты мой мать! Да ты мой мать! Храпун ты такой! Ой, Зузи, ты мне вкусняшку несешь! Ты мне вкусняшку несешь! Да ты моя девочка! Да ты моя девочка! Да ты моя хорошая! Ай, ты моя девочка, да ты моя прелесть, ой, ай, Пику, ай, ты мой мальчик, ай, ты мой мальчик, ай, ты мой мальчик такой, ай, ты мой мальчик такой, ай, ты мой мальчик. Чё, скучала по Пику было? Соскучилась, да? Поскучилась по своим друзьям? Белла с кошкой. Чё там, Белла? А? На, принти. Принти. Ай, моя мальчина. Ты бисяй шина. Ты мусь мана бы на зоне, когда бы синок не шина. Ты зауда вот это. Не. Чё там было, принти? Пойдём посмотрим, где принц. Что он делает? Где принц? Принти! Принти! Чё так? Принти! Тут здорово собак, принти, спрятался. Принти! Белла, не надо! А ты моя хорошая! А ты моя хорошая! Ты моя хорошая! Ну вот, это будет дача, где мы будем проводить время с щенками, чтобы не мучиться с Беллой, с Пузом, так как мы живем на самом высоком этаже в нашем доме. Ну, и все это без лифта у нас, потому что дома старинные, и лифты там нельзя по закону приделывать, чтобы сохранять их архитектуру старинную. Вот, поэтому для того, чтобы Белла с Пузом не поднималась и спускалась по лестнице. Плюс щеночком тут будет тоже бегать где. Вот. Поэтому такое довольно идеальное место. Вот. Провести здесь пару месяцев и отдохнуть. Да, Ципа? Ты моя красавица! Давно не были тут, да? Белла, иди ко мне сюда. Белла, иди сюда. Покажи сюда. Давно не были туда. Соскучилась. Соскучилась моя девочка. Ой, соскучилась. Вот, домик тут такой. Забор. Тут, в принципе, все загорожено. Нужно будет только доделать вот эту вот часть забора. Вот, хотя Белла, в принципе, здесь все знает. Она здесь выросла практически. Ну, во всяком случае, очень часто была. Вот, знает, в принципе, все наизусть. Вот, лесок тут у нас такой сосновый, за городом, пахнет соснами. Вот. Недалеко озеро, на котором я в прошлом видео снимала и показывала. Оно здесь совсем, буквально, скажем так, в 2-3 километрах отсюда. Можно и пешком, можно и на велосипеде, можно и на машине. Да ты мой матик такой! Ой, ты мой матик! Ты мой матик такой! Ой, Пику! Ты моя девочка. Мой водичку пьют грязную, да? Ну, это, правда, дождевая вода. Она отстоявшаяся, только внизу зеленая. Так что ничего не будет.
Чё, мальчик, принцик, кушать хочешь? Да, ты кушать хочешь, мой хороший? Ты мой мальчик такой красивый. Красивый мальчик. Арабский принц. Кстати, это арабская порода кошек. Да, поэтому он принц арабский. Вот такие. Красивые, длинные, пушистые. Мягкие, да? Да. Ох, ты мой мальчик красивый. Чё, блядь? Ой, мурлычем, да? Мурлычем. Ой, дела, какая красивая. Чё, тебе дать покушать? Дай тебе покушать. Давай посмотрим, что найду. Чё, будешь кушать? Да? О, давай попробуй одной рукой тебе выдавить. Ой, Тимой ласкается, кусать хочет. Кусать мальчик хочет. Давай уже вываливайся. Вот так вот. Кушай. Иду, кушай, мой мальчик. Вот так, кусай. Ой, Тимой, халёсик, как вкусно, скажи, да? Ой, как вкусно. Да, ой, как вкусно, скажи. Ой. Бардак у тебя какой, да? Вокруг. Ой. На принцессу gegessen? Покушал, да? Ты моя девочка. Ты моя девочка. Девочка моя. Моя девочка моя. Ты моя сладкая. Ты мой соскучилась, да? Соскучились, моя сладенькая. Давно не виделись, да? Давно не виделись. Очень моя ласковая. Заигрывают. Эти тут заигрывают. У них любовь-морковь. Ну, как бы с детства было с ними выросла. Пику. Пику ее лучший друг, да, Пику? Вот так вот. Ну, во всяком случае, когда она росла, он был лучшим другом. Сейчас это уже, конечно, Бейли. Вот. С ней уже как-то интересней. Да? Потому что Пико все время только домогается. Да? И домогайся. Ты влюблен в Беллу, да? Да. Покажи, какой ты красивый. Все, покажи. Храпунь ты. А? Храпунь. Храпунь. Пусти, Белла. О, Люся, пусти. Белла, Белла, там не надо, не надо там. Иди вкусняшку, иди вкусняшку дай. Белла, иди кушай, скушай вкусняшку. С уверенностью. Зузи, помоги маме, помоги. Мама, здесь? Найн, Зузи, найн, Зузи, найн. Голос! Голос! Голос, Зузи! Молодец! Зузи нас больше. Говорится, я ее спасла. Вот, она бегала там по улицам, и на моих глазах чуть не попала под машину. Вот. Мы ее с собой взяли. Возьмется. Я могу сказать, это была Белина первая любовь. Морковь вдруг в жизни. 5 минут так вот.
тебе игрушка? Лиза? А что это у тебя, игрушка? Молодитик, да. О, кусок. Ай, молодцик. Ой, молодцик. Дурная. Сколько радости. Место косулями. Вот, их охраняет ротвейлер, но его сегодня нет. Грозный мальчик. Надо мне.